Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши телезрители. Приветствую вас в этой передаче «Друзья CNL». В этот день я желаю вам благословения, радости, мира и присутствия Божьего. Сегодня в нашей передаче я хочу поднять очень важную тему. Я считаю, что это важная тема. Тема, которая касается подрастающего поколения, потому что в наших городах, в наших селах есть дети, у которых нет родителей. Возможно, это брошенные дети, оставленные или из неблагополучных семей. Иногда мы их можем встретить на улицах, они просят подаяния. Или эти дети находятся в сиротских домах, в приютах. И дети, лишенные родительской опеки, родительской любви, ласки, внимания. Но слава Богу, что в нашем обществе, в нашей стране находятся те люди, отзываются сердца людей, чтобы помочь таким детям, удочерить, усыновить, взять над ними опекунство, приютить и дать им родительский покров. И именно об этом сегодня мы будем говорить. И я пригласила к нам в студию замечательных женщин, которые, вот, я бы сказала, совершили этот подвиг и взяли, ну, они расскажут о себе побольше. Я хочу представить наших прекрасных женщин, Марину Ткач и Ирину Пряхину. Марина у нас из города Кустанай, Северный Казахстан. Ирина у нас местная, алматинка. И они расскажут о себе. Ну, во-первых, вы, пожалуйста, поприветствуйте наших дорогих телезрителей. Здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Слава Богу, что мы сегодня поднимаем эту тему. И вот я бы хотела попросить вас, расскажите, Марина, вы что-то сделали необычное в своей жизни. И, Ирина, вот коротко расскажите, что вы сделали по отношению к детям. Спасибо большое, Лариса, что пригласили. Действительно, это очень важная тема. Я очень рада. Я верю, что много людей посмотрят эту передачу, и они будут благословены так же, как и я. Вы знаете, порой, когда я вспоминаю историю своей жизни, мне кажется, что это произошло не со мной. Произошла большая трагедия. И я коротко расскажу, я пережила очень большую трагедию в своей жизни. И была не только трагедия, но и слава Божия. Поэтому я хочу сегодня вот всем вам рассказать. У меня была семья, муж, двое детей. И так случилось, что маленькая дочка, которой было год и месяц, она была совершенно здоровым ребенком, ничто не предвещало ничего плохого. Она умерла вот в таком младенческом возрасте. И, конечно, это было для меня большим шоком, потому что ребенок был первый, он был долгожданный, мы его ждали, мы все его любили. И болезнь была так скоротечна, и за одну ночь ребенок сгорел, и это была большая для меня трагедия. Но у меня еще был маленький сын, и мы продолжали жить. Сын был старше девочки? Старше, да, на один год. Угу. Они были погодки. И мы продолжали жить. Потом я пришла в церковь, я покаялась. И другая жизнь появилась у нас. Бог, Он сильно, очень сильно нас изменил. И потом умер муж. Угу. Он был молодым человеком, ему было всего 32 года. Мы с ним учились в одной школе, в одном классе. И мы жили с моим сыном вдвоем. И вот недавно, ну, уже около 6 лет назад, угу, мой сын тоже умер. Вы знаете, опять же повторюсь, что кажется, такая история, это не со мной. Я вспоминаю, это как страшный сон, но большое свидетельство в том, что Бог, Он дает утешение. Из своего жизненного опыта и из опыта общения с женщинами, я в своей церкви занимаюсь женским служением, я знаю, что я, к сожалению, не одна пережила вот такой трагедии, такое горе, что есть много женщин, оставшиеся одни, без мужей, и есть женщины, которые, к сожалению, им пришлось похоронить своих детей.
я помнила и знаю до сих пор, что Бог, Он утешитель. Вы знаете, трудно в это поверить, потому что, наверное, это самое большое горе, что может пережить женщина, что может пережить мама, это похоронить своих детей. Но да, да. Я помню, что Бог сказал, Бог утешитель. И я думаю, Господи, ну как же Ты меня утешишь? Ну неужели придет радость? Неужели я буду улыбаться? Ведь нужно как-то дальше жить. Я осталась совершенно одна. Приходят разные мысли. Вот, ты плохая мама, наверное. Ты не усмотрела. Ты, наверное, мало молилась. Ты, наверное, мало постилась. Как же так случилось? А я уже была тогда верующая. Приходили разные мысли. Тебя никто теперь никогда не назовет мамой. Это было вот как бичом по моему сердцу. Но я молилась, и я сказала, Бог, Ты утешитель. И вы знаете, это правда. Бог утешает. Вы нашли большую поддержку именно вот в том, что вы были с Господом, что Иисус был рядом с вами, что Дух Святой был рядом с вами. Вы ощущали это и получили большую поддержку через то, что, наверное, то, что верующие люди оказались рядом, церковь была, как-то было какое-то содействие? Да, конечно, так случилось в моей жизни. И я всегда была окружена людьми, которые меня очень сильно уважали и любили. И до сих пор у меня живы родители. И, несмотря на мой возраст, они меня любят как маленькую дочку. И у меня есть подружки замечательные, с которыми мы учились в одном классе когда-то. А теперь вместе мы ходим в церковь, мы служим Богу в разных церквах, в разных городах. И церковь за меня молилась, и я, конечно, ощущала любовь и поддержку. Я ощущала всеми фибрами своей души и своего сердца. Но, конечно, большое упование было на Бога, потому что если Бог не утешит, человеческое утешение, оно не такое исцеляющее, как у Бога. И я просила Бог, прикоснись к моему сердцу. Я хочу дальше жить, я хочу служить. Не просто проживать вот эти дни. Я хочу приносить плод, я хочу быть эффективной. Что я могу еще сделать для тебя? То есть вы вот такой молитвой обращались в своей тайной комнате, в доме, обращались к Господу, просили, чтобы Он направил ваши дальнейшие шаги. То есть вы взывали о чем-то другом в своей жизни, не ставили еще крест на этом, да? Так я поняла? Нет, вы знаете, я так успокоилась, и не было у меня ни паники, не было у меня истерики, но было такое чувство, что вот жизнь остановилась, и жизнь потеряла всякий смысл. Ну, а зачем, да, я могу служить другим людям? Но, видно, так устроен человек Богом, и так устроена женщина, она должна кого-то любить и о ком-то заботиться. Вот было такое ощущение, что вот дети умерли, а любовь осталась. И ты ничего не сделаешь. Сына нет, а любовь осталась. И Бог прикоснулся, я почувствовала, я пережила это внутреннее исцеление. Я его пережила. Внутреннее исцеление сердца, своей души, своего разума. Сейчас, конечно, я тоже вспоминаю об этом. Я помню, это не вычеркнешь из памяти, не уберешь. Но Бог все делает так, что я вспоминаю добрые моменты, хорошие моменты, и сердце мое, оно не раздирается. Пришло утешение. И я помню слова одного проповедника, который сказал, да, любимых и близких людей уже не вернуть, мы их не вернем. Но настанет момент, когда мы к ним придем. Да. И у Бога всегда есть надежда, всегда есть утешение и надежда. И я пережила это утешение в своей жизни. И я так благодарна за это Богу, что в Нем есть возможность всегда начать жить сначала. Начать с чистого листа. Бог всегда дает возможности восстановиться, дает силы, дает мудрость. Да. Он дает тебе возможность реабилитироваться, сказать, что все у тебя будет хорошо, несмотря на такую страшную трагедию, несмотря на все, что произошло. Он как малыша поднимает тебя на свои руки. Я это чувствовала, я это переживала. Это невозможно выразить словами. И я желаю всем женщинам, возможно, я не одна такая, я знаю, что я не одна такая. И я желаю всем женщинам пережить это божественное исцеление души, пережить, призвать его, чтобы
руки не опустились, но восстать вот из пепла, как написано в Библии, и вместо пепла одеть одежду радости. Угу, да. Это возможно. Я сначала не верила в это, честно признаюсь, но это стало мне возможным. И я ощущаю себя совсем по-другому сейчас. Совсем по-другому. Я исцеленный человек, я сильный человек, я здоровый человек. Я могу дальше в полноте жить. Я чувствую себя прекрасно, хорошо. Я уверена. Не обреченный человек, не прокаженный. Да, так случилось. Да. К сожалению, так случается на земле. Пока мы живем на этой земле, случается такое горе. И потом вы предприняли что-то такое, не у всех такое бывает, именно следующий шаг в жизни, чтобы ваша жизнь расцвела еще больше. Расскажите нам об этом этапе. Да, я год жила одна, и я, конечно, думала о том, может быть, мне еще взять ребенка. Угу. Думаю, как же это может произойти, ведь я не замужем, у меня нет мужа. Но в то время в нашей церкви многие люди уже удочеряли, усыновляли детей. Угу. И, конечно, их пример сильно меня впечатлил и вдохновил. Не словами, а вот своим поступком. Угу. Я видела, как семьи были счастливы, как дети были счастливы. И поскольку я себя чувствовала совершенно здоровым, крепким человеком, у меня есть квартира, у меня живы, здоровы родители. Я думаю, я вполне способна взять еще девочку. Угу. И удочерить ее. Я об этом думала. Конечно, меня смущал мой возраст. Думаю, наверное, я уже не так молода, чтобы взять вот такого маленького ребеночка. Декрет нужно идти, а кто будет работать? И тогда пастор Анатолий подошел как-то ко мне и говорит: «Маринка, я за тебя молился, а почему бы тебе тоже не взять ребенка?» Я говорю: «Да я с удовольствием, я думаю об этом. А вдруг со мной что-нибудь случится? Вдруг я завтра умру? Ага. А куда ребенок? Опять в детдом? Родители пожилые. Я не хочу этого». Он говорит: что ж ты умирать собралась? Я говорю: я буду жить долго и счастливо, но всякое случается. Знаете, дети — это большая ответственность, поэтому нужно продумать все шаги. И он говорит: ты не переживай, не волнуйся, мы устроим ее, мы ее возьмем себе, не переживай, бери. Ой, я такая была счастливая. Вот вовремя поддержка была, да. Вовремя слово сказано, да? Такое я бодрящее. Всегда ощущала от людей поддержку. Uh-huh. Слава Богу, что вот всю жизнь я окружена заботой людской. Братья и сестры очень сильные. Я вообще всегда в восторге от того, что в церкви, вот именно в церкви люди находят поддержку. Через пасторское служение, да. Через помощь братьев и сестер. Это действительно большое благословение. Когда сердце человека открыто, то человек способен и помощь принять от других. Ну и дальше тогда что? Вы какие шаги предприняли? Я бегом в дом ребенка. «Дельфин» у нас он называется. Там дети от 0 и до 3 лет, маленькие mm-hmm. дети. Я решила, что я возьму побольше, поскольку в декрет уйти не могу, нянчить мне некогда, мне нужно идти зарабатывать деньги. Я общалась с детками, мне директор детского дома показывала их. Всегда я ждала от Бога ответ. Кто же этот ребенок? Mm-hmm. Кто же этот ребенок? Знаете, хотелось, чтобы ребенок, несмотря на то, что он чужой, но он потом стал моим. Mm-hmm. Чтобы что-то родное вы могли внутри почувствовать, да. Наверное, так, вот, да? Такое внутреннее какое-то притяжение я могла почувствовать. Mm-hmm. Знаете, как-то вот сердце молчало, я уже стала смущаться, думаю, может быть, это не от Бога, может быть, не нужно мне, может быть, действительно, наказание какое-то опять, вы знаете, мысли такие роятся в голове. Наверное, придется mm-hmm. мне одной прожить. Думаю, нет. И так получилось, что не было выбора, потому что в доме ребенка не все дети отказные. Там есть дети, которые находятся временно, например, mm-hmm. их родители находятся в местах заключения. Там есть дети, которые временно находятся из-за того, что родители находятся на длительном лечении, например, в тубдиспансере. Mm-hmm. Или временно из-за тяжелого финансового положения. К ним приходят мамочки, у них есть мамочкина комната, mm-hmm. и они общаются. А есть отказные дети. И
однажды мне директор дома позвонил и говорит: «Марина, приходите, здесь такая девочка, она на вас так похожа, наверное, это ваша». Я прибежала. Рассказать эту историю? Ну, расскажите. Я прихожу, смотрю, она выбегает такая взъерошенная, детдомовская, прическа, синяки все, она такая подротая. Видно, что девчонка такая боевая. Я говорю: «Привет». Она говорит: «Привет, ты моя мама?» Я говорю: «Да». «А ты пойдешь со мной жить?» Она говорит: «Да». Взяла меня за руку: «Пойдем». Да. И все, в сердце я поняла: «Да, это доча моя. Это да, доча моя». Богу. Замечательно. И потом какое-то время потребовалось для оформления документов, да, наверное? Да, полгода мы ждали. Угу. Никто к ней не пришел, не обратился, ни родители, ни родственники. И я приходила, мы общались, гуляли с ней, читали книжки, учили стишки, кушали. Она уже привыкла ко мне. И потом через суд произошло удочерение. И все, я ее забрала. И вот, несмотря на то, что вы не замужем, что вам, то есть по законодательству это было разрешено, и вы смогли это сделать. Да, Лариса, кстати, вот много женщин вопросы мне задают, а можно ли взять ребенка в неполную семью, если нет мужа? Да, оказывается, можно. То есть если мама здорова, если у мамы есть жилье, если она работает и есть доход, то мама может вполне одна удочерить и усыновить ребенка. Да, это здорово. Ну, я рада за вас, поздравляю вас. И в этом спасибо, вы нашли большое поддержку. Да. И мы еще об этом поговорим, о дальнейшем этапе жизненном. Я хочу задать несколько вопросов Ирине, потому что Ирина у нас тоже прекрасная женщина, которая сделала вместе со своим супругом такой выбор. И вы взяли двух мальчиков, двух братишек. Они между собой братья. Ирина, расскажи, пожалуйста, а что побудило тебя? Вот у Марины такая интересная, своеобразная история. А от вашей жизни, я знаю, что у вас есть старшая дочь, ваша родная дочь, вами рожденная, и она уже подросла. И вот вашим, ну, когда у вас вообще появилось это желание усыновить детей или взять в семью детей? Я хочу прежде всего выразить восхищение просто вами. Пусть Господь вас благословит. Спасибо на самом ваше. Деле сильная женщина, умеющая уповать на Бога. Да. Спасибо просто большое. Просто пусть Господь вас укрепит, и то, что вы делаете там, служите другим женщинам, и сейчас вы вдохновляете других женщин. Это просто я даже не могу. Это очень сильно. Просто да. Благословение. Я преклоняюсь перед вами. Серьезно. Спасибо, Бог вот так все сделал да. в моей жизни. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу сказать, у нас, конечно же, немножко другая ситуация. Мы с моим супругом, еще будучи неженатыми, когда мы еще дружили, мы с ним познакомились, когда мы учились в библейском колледже. Он был тогда фотографом, здесь работал в церкви, я была журналистом. Мы были оба служители, и мы когда вместе дружили, общались, мы решили, уже было когда сделано предложение, что мы... решили, что мы будем супругами. У нас у обоих было такое желание, мы сошлись в этом, что когда наши дети подрастут, то мы обязательно в нашу семью возьмем деток и поможем маленьким человечкам состояться в этой жизни. Вот. И получается, что на протяжении долгих лет мы все время встречали таких детей. И всегда, когда мы встречали, мы всегда хотели их взять. Но не получалось. То не было отказа, то мы выехали, уже ребенка забрали, мы не успели доехать. Потом мы приехали в одну семью, там была мама-наркоманка, бабушка не справлялась. Мы посмотрели, хотели взять, поговорили с бабушкой, и видно, у бабушки проснулась ревность. Они не отдали ребенка в это. Мы приезжали не как, что мы хотим взять, мы приезжали, чтобы помочь определить ребенка. Хотели посмотреть. Все. Ну, я скажу так, что всех детей, кого мы смотрели, мы каждого готовы были взять. У нас такая интересная семья. Вот. И получается, что по ходу своей работы, служения в церкви, я очень часто сталкиваюсь с сиротами, сталкиваюсь с людьми без определенного места жительства. И я знаю, как важно для маленького человечка понять и знать, что тебя кто-то любит, что ты кому-то нужен.
Я знаю, что люди, которые живут на улице, в большинстве своем это бывшие воспитанники детских домов, как бы это больно нам не было. Угу. Да, и я говорю, что сиротам помогают в детских домах много, а бездомный, когда он уже вырастает большой, уже человека осуждает, говорит, ты сам виноват, что ты дошел до такого. Угу. И в моем сердце всегда было желание помочь таким маленьким деткам, чтобы они не оказались в среде без дома, без тепла. Ирина, вот вы взяли двоих деток, а сколько вместе вы с мужем прожили до этого момента? Угу. Сколько лет вы вместе с мужем шли к этой мечте, к тому, что было изначально в вас вложено? Получается, 16 лет мы вот прожили так вместе уже, угу. Да, то есть как бы и уже... Можно, да, я историю саму расскажу, как у нас, когда возникли сомнения, что, возможно, мы не возьмем уже. Угу. То есть получилось, что когда у нас была конференция 2040, мы готовились, и, Лариса, вы, наверное, помните, мой муж попал с обширным инфарктом в реанимацию. Да. И тогда для меня просто был серьезный жизненный такой шок, стресс. И я вообще ходила, да, сама не своя. Я тогда еще говорила, возможно, даже мне не получится участвовать в конференции, потому что сказали, у мужа будет 21 день реабилитации. Лариса говорит, нет, он будет у тебя на конференции, вы сказали мне. И я сама не верила этому. Я говорю, я стояла возле дверей реанимации каждый день, да, 4,5 суток мой муж находился между жизнью и смертью, в тяжелом состоянии в реанимации. И для меня просто было это очень тяжелое время. Я все, о чем я могла молиться, я говорила, Господи, помилуй, не его, меня помилуй. Я говорю, Господи, помилуй меня. Я знаю, что даже если он умрет, ему будет хорошо, потому что он будет в царстве твоем. Но каково будет мне здесь без него? Я просто прошу тебя, помилуй меня, сохрани его жизнь, пожалуйста. Проходит 4,5 суток, его с реанимации переводят в отделение. В отделение его ложат в палату тяжело больных, потому что он находился на самом деле в критическом состоянии. И получается, через день в этой реанимационной палате собирают консилиум, и врачи удивляются, они говорят, мы ошиблись, инфаркта не было. Вау. Но мы знаем, что он был. Потому что просто мы знаем, что Господь — это и есть целитель. Наши братья, сестры, пастыры наши, все молились за него. Только я просила помимо меня. Остальные молились за исцеление моего мужа. И скажу так, что когда он вышел из реанимации, вышел с больницы, практически из реанимации вышел. В общем-то, его выписали из реанимационной палаты. Вот. Он оказался дома через 7 дней после того, как он попал в реанимацию. Через 7 дней он уже был дома. Да. Вот. И на конференции, на самом деле конференция была через неделю после этого, он уже был на конференции, и здесь он участвовал. Но факт тот, что я начала сомневаться. Да, ты подумала, наверное. Да. У меня стали приходить мысли, потому что обнаружилась болезнь, которая провоцирует, оказывается, инфаркты. И как выяснилось, когда он лежал в реанимации, нам сказал кардиолог, вышел и сказал, он говорит, у вашего супруга это второй инфаркт. Уже есть рубец на сердце, это второй инфаркт, и он серьезный, потому что поражена задняя часть сердца, большой участок сердца, говорит, чтобы вам было, говорит, понятно, это как кусок вареного мяса. Ну, так он мне объяснил. Говорит, и будут серьезные последствия, готовьтесь к тому, что за вторым идет следом третий. Я, конечно, это не приняла. Я говорю, Господь, ты есть наш целитель. Вот. Ну, конечно, меня прежде всего помилуй. Ну, получается так, что мысли стали приходить. Приходить стали сомнения, что а вдруг все-таки случится так, что болезнь-то есть, которая провоцирует инфаркты, которая заставляет его сердце работать иначе. А вдруг все-таки в следующий раз чудо не произойдет, верующий, как неверующий. Да, дьявол, он специалист по сомнениям. Да. Но слава Богу, я знаю, что вы прошли этот этап, и муж Михаил твой восстановился, и слава Богу, и то есть вот эта вот ситуация, она немножко поколебала то решение, когда вы хотели адаптировать детей, принять свою семью, но тем не менее дальше вы продвинулись и опять подошли к этому вопросу, и все-таки я просто помню, когда мы беседовали с Ириной на эту тему, и пастор Максим говорил с ними. То есть вопрос был действительно серьезный. Но, тем не менее, они прошли этот этап, и все-таки вы приняли решение взять детей. И вот вы их нашли, этих двух мальчиков. Да. Расскажи коротко. Самое интересное, что на тот момент, когда мы с Михаилом договорились, что мы не будем брать детей, и в центре, в одном из мест, куда я приезжаю по благотворительной работе,
оказываются мальчики. Появились эти дети. Да, которых просто, вот я их просто увидела. И приезжаю домой, говорю своему супругу, говорю, знаешь, вот такие вот пацаны есть. Он говорит, давай посмотрим. Это были два братика, как их зовут? Их зовут Александр и Станислав. И... Станислав старший, ему сейчас на данный момент 4 года. Александр младший, ему 2,6. Мы его зовем Алекс. Очень хорошие мальчишки, славные. И когда мы приехали туда вместе с ним, он увидел, говорит, это наши пацаны. И несмотря на то, что они у нас были, скажем так, бомжаты, да, у них не было ни документов, ни отказа матери, в течение года, больше года, я делала им документы. Я ездила, они рождены были в разных городах. Я ездила по городам, делала запросы, в роддома ездила, собирала справки. Я знаю, что ты проделала очень огромную работу. И тоже меня вот восхищает вот тоже такая настойчивость добиться цели, раз цель поставлена, не бросить ее на полпути, а дойти до конца. Что вот в ситуации Марины, что в твоей ситуации, все-таки вот эта цель дать счастье детям, потому что когда детей берут домой, их судьба меняется. И вот это вот решение, ваше решение, оно двигало вами. Слава Господу за эту возможность для ваших детей, что они приобрели семью. Ну, у нас передача уже подходит к концу. Я бы хотела спросить вас, что вот вы посоветуете тем телезрителям, которые, может быть, находятся в поисках? Они, может быть, сомневаются, брать нам, не брать детей. Есть ли у вас какое-то слово ободрения для таких людей? Конечно, если семья хочет взять ребенка, они должны сделать это осознанное решение, они должны думать, молиться, поститься, потому что ребенок — это большая ответственность. Но если только страхи и сомнения, то чего бояться? Чего бояться? Это такое счастье, это новая жизнь. Дать радость и жизнь маленькому ребенку. Бог нас удочерил, усыновил. Это служение Бога. Мы стали Его детьми, родными детьми. Он нас принял. Он нас принял. И это такое счастье — иметь детей и радоваться, и переживать с ними снова детство. Слава Господу. Ирина, у тебя что-то есть? Да, я хочу тоже ободрить, не бояться делать добро, брать, принимать в свою семью. Писание говорит, пускай хлеб по годам твоим. Просто вы увидите плоды, вы увидите любовь. Конечно, будут сомнения, конечно, будут страхи, будут переживания, будут трудности. Но все преодолимо прежде всего. Трудности бывают со всеми детьми. Хоть ты их сам рождаешь, я сама родила, у меня есть дочь, я знаю, что трудности бывают со всеми детьми. Хоть они вошли в твое сердце и были рождены твоим сердцем, а не утробой, и все равно бывают трудности, но пусть это вас не останавливает. Вы увидите победу, вы увидите плоды, и вы увидите радость. Спасибо, спасибо, дорогие сестры, благословенные наши женщины. Пусть Господь вас благословит. На этом мы сегодня с вами прощаемся, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами в эфире. Пусть Господь благословит ваши дома и ваши семьи. До свидания. До свидания. До свидания.